Мы начнем с обучения техники дыхания Уджайи. Примите комфортную для вас позу. Сядьте прямо. Отведите ваши плечи немного назад. Позвольте вашим рукам быть прямыми и расслабленными. Опустите подбородок вниз для того, чтобы задняя поверхность шеи стала длиннее. Дыхание Уджайи создает неповторимый звук, так как контролируется только конструкцией вашего горла. Воздух в пути от рта до легких проходит через голосовые связки. Однажды, научившись технике Уджайи, вы будете практиковать ее только с закрытым ртом. Однако начинать легче всего с открытым ртом. Начните со звука «А» на выдохе. «А». Позвольте воздуху выйти из легких полностью. Продолжайте шептать звук «Ах» на вдохе. Повторяйте. Выдох. Еще раз вдох через рот. А теперь сомкните ваши губы, выдыхайте. Продолжайте издавать звук как на вдохе, так и на выдохе. Сфокусируйтесь на нем. Уджайи поможет вам использовать весь объем легких во время ваших тренировок, что позволит вам увеличить выносливость во время выполнения упражнений. Дыхание Уджайи создает ритм и вносит медитативное качество в практике йоги. Мы продолжим обучать вас техникам дыхания. Сейчас я расскажу о диафрагменном дыхании. Оно поможет вам использовать весь объем легких при дыхании. Дышите по технике Уджайи. Положите руки на пресс. Сделайте вдох и почувствуйте, как ваш живот расширяется вперед в ваших руках. На выдохе живот уменьшается. Вдох, живот увеличивается. Выдох, уменьшается. Вдох, используйте технику Уджайи. Правую руку оставьте на прессе, левую положите на ребра. Вдох, пресс увеличивается, межреберные промежутки становятся больше. Выдох, ребра сжимаются, живот уменьшается. Уджайи, вдох, живот, ребра. Выдох, ребра сжимаются. Вдох. Живот растет, ребра расширяются. Выдох. Почувствуйте, как сжимаются ребра и уменьшается живот. Одну руку оставьте на ребрах, а правую руку положите на грудь. Вдох. Живот увеличивается, ребра расширяются, грудь поднимается. Выдох. Грудь плавно опускается, ребра сжимаются, живот уменьшается. Уджайи вдох, пресс увеличивается, межреберное расстояние увеличивается, грудь поднимается вверх. Грудь опускается медленно, ребра сжимаются вместе, живот уменьшается. Продолжаем изучать все три части диафрагменного дыхания, известные также под названием «полное». Расслабьтесь. Эта техника дыхания позволяет вам понять лучше, как работают ваши легкие, а также вдохновит вас использовать его при дыхании постоянно. Глубокое дыхание увеличивает жизнеспособность и укрепляет легкие. Используйте Уджайи пранаяма, дыхание йогов и технику диафрагменного дыхания для того, чтобы добиться концентрации, выносливости и потока энергии в ваших практиках. Практика Земли.
Займите позу Тадасана, позицию горы. Аккуратно перемещайте вес тела от мысков до пяток. Примите вертикальное положение тела, подобрав живот и подняв грудь. Отведите плечи назад и расслабьте ваши руки. Поднимите ваш подбородок. Он должен занять горизонтальную позицию. Затем немного опустить его. Задняя поверхность шеи должна быть немного растянута. Сомкните руки перед грудью в позиции молящегося. Начните дыхание Уджайи. Приветствие серии А. На вдохе разведите руки по сторонам, а затем поднимите их над головой. Посмотрите вверх. Выдох. Опустите руки вниз и займите позицию арки, сгибая колени или не сгибая их, как вам удобнее. Выдох. Шаг назад. Позиция даун-дог. Держите ноги вместе или на ширине плеч. Если вам хочется, вы можете занять позицию стола, а затем опуститься в позу эмбриона для отдыха. Продолжайте дышать по технике Уджайи, находясь в позиции эмбриона или даун-дог. Займите позицию стола, а затем опять возвратитесь в позицию эмбриона. Глубокий выдох. На вдох смотрите вперед между рук. Сделайте шаг вперед и начинайте разгибаться на согнутых коленях или на прямых ногах. Позиция арки. Выдох. Позиция сгиба. Медленно вдыхайте воздух. Вставайте в исходную позицию. Спина должна быть прямая. Открывайте ребра и сделайте медленный выдох. Второе упражнение модифицированной серии приветствия. Вдох. Поднимайте руки вверх. Выдох. Согните колени или не сгибайте их, как вам удобнее. Опуститесь прямой спиной в позицию Уттанасана. Кончики пальцев рук на уровне ступней. Вздох. Позиция арки. Существует еще один вариант позиции арки. Для этого ваши ноги должны оставаться прямыми, а ладони должны находиться на голени. Займите позицию даун-дог. Расставьте пальцы, распределите вес между пятками и ладонями. Вдыхайте и выдыхайте плавно, используя дыхание Уджайи. Если вам нужна передышка, займите позицию эмбриона и продолжите дыхание по технике Уджайи. Затем займите позицию стола, а на выдохе займите позицию даун-дог. На вдохе переместите ноги вперед и расположите их между ваших рук. Наполните легкие воздухом, займите позицию арки. Выдох, позиция сгиба. Вдох. Ваши колени расслаблены, спина прямая, ноги ровные, поднимите руки вверх, раскройте грудную клетку, почувствуйте, как расширяются ваши ребра. Третья А серия приветствий. Руки в намасте, вдох Уджайи, потягиваемся. Выдох, руки в стороны и вверх. Выдох, руки опускаем вниз. Уттанасана. Вдох, позиция арки. Поднимаем грудь. Выдох, занимаем позицию даун-дог. Уши находятся между рук. Макушка головы направлена к полу. Почувствуйте крестец, бедра направлены вперед. Вдох, шаг вперед,
Позиция арки. Выдох. Уттанасана. Позиция сгиба. Вдох. Поднимаемся вверх. Спина должна быть прямая. Руки через стороны к небу. Голову вверх. Опускаем вниз и закрываем позу. Четвертое упражнение серии. Вдох. Руки поднимаем вверх вместе с грудью. Ваши пятки должны быть прижаты к полу. Опустите руки через стороны. Выдох, уттанасана. Вдох, позиция арки. Спина должна находиться ниже бедер, плечи опущены вниз. Выдох, позиция даун-дог. Расставьте пальцы. Ноги должны быть параллельны. Сделайте несколько глубоких ритмичных дыханий. Дышите по технике Уджайи. Позиция даун-дог. Растягивайте все ваши мышцы. Старайтесь сохранить симметричное положение тела. Вдох, шаг вперед, позиция арки. Выдох, позиция сгиба. Выдох, поднимайтесь вверх, разводите бедра, поднимайте грудь. Выдох, закрываем позу. Приветствие серии S. 12 позиций приветствия солнца. Вдох, поднимите руки вперед, смотрите на них и поднимайте вверх. Спина поднимается вместе с руками. Выдох, опускаетесь вниз с прямой спиной в позу уттанасана. Позиция сгиба. Вдох, правая нога назад в позицию легкого. Убедитесь в том, что ваши бицепсы и квадрицепсы растянуты. Вес тела распределяется на пальцы и кончики пальцев ног. Грудь поднята. Вдох, задержите дыхание, ложитесь на пол, выдох, опора на колени, грудь и подбородок. Вдох, займите позицию кобры, плечи опущены вниз и назад. Пальцы расставлены, вес распределяется на руках. Выдох, сгибайте колени, поднимайте бедра, возвращайтесь в позу даун-дог. Вдох, поставьте правую ногу между рук. Несколько глубоких дыханий по технике Уджайи. Убедитесь, что вы находитесь в верной позиции. Поясничные мышцы напряжены. Попробуйте согнуть позвоночник еще немного назад. Выдох, поставьте обе ноги вместе. Позиция сгиба. Согните колени, если это требуется. Вдох. Продолжайте сгибать колени. Поднимите руки вверх медленно. Выдох. Закрываем позицию. Второе приветствие серии S. Руки в намасте. Вдох. Руки впереди тела. Поднимаем руки вверх. Затем вместе с головой отклоняем назад. Поднимаем грудь. Вдох. Опора на ноги. Сгибаем колени. Возвращаемся в позицию сгиба с прямыми коленями. Вдох. Правая нога позади вас в позиции легкого. Поднимаете грудь. Растягивайте заднюю поверхность шеи. Дышите полной грудью. Задержите вдох на время, пока вы не поставили ноги в позицию доски. Тело находится в линии, сгибайте ноги в коленях. Опора на колени, подбородок и грудь. Аштанга прана. Растяните ваши пальцы, отведите пальцы назад. Выдох. Разогните колени, займите позицию даун-дог. Вдох, шаг вперед. Поднимите ноги и двигайте ее вперед на удобное вам расстояние. Растягивайте тело. Плечи все еще опущены, а грудь поднята. Бедра направлены к полу.
На выдохе установите ноги рядом и займите позицию Уттанасана. Голова направлена к полу. Согните ноги или, наоборот, оставьте ноги прямыми, спина прямая. Руки поднимаем через стороны. Выдох. Закрываем позу. Третья серия приветствий S. Намасте. Глубокое дыхание Уджайи. Руки вверх, пальцы сомкнуты и направлены к небу. Выдох. Руки опускаем вниз в позицию Уттанасана. Пальцы на уровне пяток. Вдох. Правую ногу отводим назад в позицию легких. Задержите дыхание. Позиция доски. Ладони под плечами. Выдох. Опора на колени, грудь и подбородок. Нырок вперед. Открываем грудь, отводим плечи, нажимаем на лобковую кость. Расставляем пальцы. Сгибаем спину, поднимаем бедра, занимаем позицию Down Dog. Пальцы ног направлены вперед. Правая нога вперед в позицию легких. Выгните тело. Выдох. Уттанасана, позиция сгиба. Вдох, руки в стороны и вверх. Во время того, как вы поднимаетесь вверх, спина остается прямой. Откройте таз, растяните ребра, выдох, заканчивайте позу. Последняя серия приветствий S. Руки в позиции намасте, вдох, позиция арки. Руки поднимаем вверх. Задняя сторона шеи должна быть открыта. Выдох. Руки по бокам от ног. Позиция сгиба. Вдох. Правая нога назад в позицию легких. Задержите дыхание. Займите позицию доски. Выдох. Аштанга пранам. Опустите пальцы ног на пол, займите позицию кобры. Вес на лобковой кости, макушка направлена вверх. Вдох. Переходим в позицию Down Dog. Правая нога вперед в позицию легких. Откройте таз во время растяжки. Выдох. Ступни вместе, позиция сгиба. Вдох. Руки поднимаем вверх, смотрим на кончики пальцев. Выдох. Опускаем руки и складываем их на груди в позиции молящегося, закрывая позицию. Позиция стоя. Руки в позиции молящегося, намасте. Продолжаем дыхание Уджайи и готовимся к позиции стоя. Позиция треугольник, триконасана. Пальцы ног, ступня и спина находятся на одной линии, образуя замкнутый круг через бедра. Вдох, расправляем руки, правая рука выше левой, опускаем правую руку на голень, левую руку поднимаем вверх, на уровень плеча. Пальцы направлены в небо. Если вы чувствуете какое-то напряжение, посмотрите на пол. Когда вы почувствуете, что напряжение ушло, плавно возвратите подбородок в исходную позицию. Ваша левая рука должна оставаться на одной линии с подбородком. Вдох. Вернитесь в вертикальное положение и закройте позу. Поверните ноги в другую сторону. Поднимите руки на высоту плеч. На выдохе наклонитесь вслед за левой рукой. Затем опустите пальцы на голень. В это время правую руку поднимите вверх. Опустите плечи. Нижняя часть грудной клетки должна быть расширена. Ноги должны быть прижаты к земле и оставаться активными. На вдохе поднимайте руки вверх. Выдох. Закрываем позицию. Герой Вирбхадрасана 2. Расширьте стойку, отодвинув заднюю ногу в сторону. Вдох. Поднимите руки на высоту плеч.
Выдох, опустите бедра вниз для того, чтобы достичь правильного угла между голенью и полом. Убедитесь, что ваше колено находится над ступней. Когда вы достигнете прямого угла, можете продолжать, начав растягивать спину. Дышите глубоко, наполняйте легкие полностью, почувствуйте, как двигается грудь. Опустите плечи, выдох, закрываем позицию. Поверните ноги в противоположную сторону. Продолжайте дыхание уджай, вдох. Поднимите руки вверх на уровень плеч. Затем опустите бедра и достигните правильного угла между голенью и полом. Поднимите грудь. Сохраняйте линию между кончиками ушей и кончиками плеч. Вдох. Закрываем позицию, опускаем руки. Поворачиваем обе ноги вперед. Ступни должны смотреть немного внутрь. Готовимся сделать стойку со сгибом и поворотом. На выдохе сгибаем туловище в бедрах. Наклоняемся вперед, устанавливаем руки между ног. Опираемся на пальцы, поворачиваем плечи назад. Установите одну руку между ног, а вторую поднимите вверх через сторону. Таким образом, поворачивая позвоночник. Таз остается активным. Макушка головы направлена вперед. Если вы чувствуете напряжение, поверните голову и посмотрите на пол. Выдох. Заканчиваем позицию. Берем руками локти, опускаем голову вниз. Глубокое дыхание. Опускаем руки между ног. Ставим правую руку между ногами, а левую поднимаем вверх. На выдохе выпрямляем руку, линии между кончиками пальцев, направленных в небо, проходящие через плечи к ладони, должна быть абсолютно прямая. Ваши ноги остаются активными. Выдох. Заканчиваем позицию. Возьмите локти в руки. Расслабьте колени, вдох, выпрямляйте туловище вверх. Последними поднимайте плечи и голову. Повернитесь в сторону левой ноги и шагните вперед правой. Руки в позицию молящегося, намасте. Серия А. Вдох, поднимаем руки вверх, смотрим вслед за руками. Выдох. Сгибаем туловище в бедрах, опускаем руки на пол. Уттанасана. Позиция сгиба, полное дыхание. Опускаем спину, поднимаем грудь. Выдох, шаг назад в позицию даун-дог. Сгибаем колени. Опускаемся на пол, занимая позицию стола, а затем ложимся на пол. Позиция лодки лежа. Распрямите руки впереди себя. Дышите глубоким дыханием по технике уджайи. Вдох и выдох. Максимально растяните ваши руки и ноги, а затем поднимите их вверх. Пальцы вместе и смотрят вперед. Макушка головы направлена вперед. Выдох, расслабление. Голову можно повернуть на бок. Продолжайте дышать. Поверните голову обратно. Растяните тело. Вдох и выдох. Поднимаем руки и ноги вверх. Чувствуйте растяжение в теле. Почувствуйте ваши плечи, шею и грудную клетку. Выдох и расслабление. Поверните голову в другую сторону. Продолжайте дышать по технике уджайи. Поверните голову обратно. Вернитесь в позу эмбриона. Опустите ваши ягодицы на пятки. Разместите руки под плечами для того, чтобы расслабить шею.
Опустите макушку головы на пол и начните перекатываться на ней вперед и назад. Расслабьте заднюю поверхность шеи, вперед и назад. Снова займите позицию на пятках. Вдох, поднимите тело вверх. Бедра поверните вправо, ноги разведите вокруг и расположите впереди себя. Согните их в коленях, а на выдохе медленно опуститесь на пол. Выпрямите тело. Подбородок направлен вверх. Мы готовимся к позиции для наклонов назад. Позиция «мост» в трех вариантах. Расслабьте спину, дышите ровно и глубоко. Втяните живот так, чтобы спина ровно прилегала к полу. Положите руки около бедер. Ваши ноги остаются активными. Все тело расслаблено. Нажмите на макушку головы. Выдох, расслабление. Подберите ноги, поставьте их на ширину плеч. Снова глубокое дыхание. На выдохе постарайтесь опустить пупок ближе к позвоночнику. Начинайте поднимать бедра, опирайтесь на руки. Также опирайтесь на заднюю часть плеч. Дыхание плавное и глубокое. Не забывайте, спину нужно поднять, не обязательно ее выгибать. Выдох, расслабление, опускаем позвоночник. Третий и последний вариант исполнения позиции «мост». Подберите ноги еще ближе к телу, удобно расположите пятки на полу. Глубокий вдох и выдох. Поднимите бедра вверх. Если вы хотите усложнить задачу, попробуйте сцепить руки в замок и расположить их под туловищем. Подбородок на уровне груди, голова опирается на пол. Продолжайте дышать по технике Уджайи. Вес тела расположен на пятках. Выдох, расслабление. Опускайтесь вниз медленно. Обхватите колени и прижмите их к груди. Расслабьте спину и поясницу. Положите руки на колени и начните двигать коленями по кругу против часовой стрелки, таким образом массажируя поясницу. А теперь по часовой. Выдох, колени к груди. Положите руки на обратную сторону коленей. Перекатитесь вперед. А затем переместите бедра назад. Готовимся к Джана Сирсана. Наклоны из положения сидя. Согните левую ногу и положите ее под правую. Правую ногу выпрямите перед собой. Расположитесь удобно, поднимите руки вверх над головой. Выдох, наклон вперед. Возьмите пятку в руки там, где это удобно вам. Переместите туловище ближе к пятке. Опустите голову вниз. Вы можете упростить упражнение при помощи одеяла и жгута. Сохраняйте напряжение в ногах, а не в спине. Поднимите грудь, расслабьте спину и заднюю поверхность шеи. Вдох, руки в стороны, откройте ребра, поднимите руки над головой, выдох, закончите позицию. Поменяйте сторону, положите правую ногу под левую, другую ногу держите прямо впереди себя. Вдох, устройтесь поудобнее, поднимите руки вверх вместе с грудью. Выдох, аккуратно опускайтесь вперед, обхватите свои пятки там, где вам это удобно.
Прочувствуйте момент. Вам должно быть максимально комфортно. Плечи расслаблены. Ваше тело растянуто вдоль ноги. Глубокое дыхание Уджайи. Снимайте напряжение с ног, расслабляйте бедра, поднимайте туловище и руки вверх. Вдох. Поднимайтесь вверх, выдох. Плавно завершайте позу. Вытяните обе ноги перед собой. Паджиматанасана. Полный наклон вперед. Распределите вес тела равномерно между бедрами. Вдох. Разведите руки в стороны. Выдох. Медленно наклонитесь вперед. Следуйте за дыханием. Медленно займите позицию. Если вам сложно делать упражнения, поднимите бедра. С помощью одеяла и жгута. Опускайтесь вниз с прямой спиной. Ваши плечи должны быть расслаблены, как уши и шея. Задняя поверхность колени также расслаблена. Глубокое дыхание Уджайи. Ваше тело расслаблено и растянуто. На вдохе поднимите тело, руки следуют за телом, вверх к голове, затем выдох, заканчиваем позицию. Подготавливаемся к поворотам спины с согнутым коленом. Поставьте правую ногу ближе к туловищу. Левая нога должна быть прямой. Вдох. Левую руку отводим в сторону. Выдох. Обхватываем колено, кладем правую руку поверх. Не забываем дышать по технике Уджайи. Вдох и выдох. Установите правую руку позади тела. Повернитесь вокруг позвоночника. Плечи развернуты. Подбородок на уровне плеч. Голова смотрит назад. Почувствуйте линии энергии от бедер через позвоночник к голове. Вдох и выдох. Попробуйте исследовать позу глубже. Почувствуйте растяжение в левом плече. Ваша правая рука все еще должна опираться на пол. Выдох. Примите исходную позицию. Выпрямите правую ногу. Согните левую в колени. На вдохе отведите правую руку в сторону, на выдохе обхватите голень, а затем положите поверх левую руку. Вдох, поднимите левую руку и установите ее позади спины. Поверните плечи, сконцентрируйте вес тела на бедрах и пальцах опорной руки. Постарайтесь поставить руку так близко к позвоночнику, как сможете. Дышите глубоко по технике Уджайи. Расставьте пальцы. Поверните плечи. Прямая нога должна оставаться гибкой. Глубокий вдох. На выдохе разверните туловище, согните оба колена. Положите руки на колени. Глубокое дыхание. Опускайте туловище медленно. Приготовьтесь к поворотам спины лежа. Повороты спины лежа. Выпрямите правую ногу. Ступню левой ноги положите на колено правой. Вдох. Вытяните правую руку и положите ее на колено. На выдохе поверните голову в сторону от колена. Опустите колено в сторону к полу, нажимая на него рукой. Опирайтесь на кисти. Опустите плечи назад. Почувствуйте растяжение от головы, выпрямленную ногу, проходящую через спину.
Дышите по технике Уджайи, глубоко и равномерно. Вдох и выдох. Спокойно отпустите колено, подберите оба колена к груди и обхватите их. Выпрямите левую ногу, сгибая правое колено. Расположите руки на высоте плеч. Вдох, положите левую руку на колено. На выдохе поверните колено в сторону, обратную повороту головы. Используйте всю длину руки для того, чтобы опустить колено. Продолжайте дышать глубоко и размеренно. Вдох, выдох, расслабление. Дышите ровно. Подберите оба колена к груди. Перевернитесь на бок. Сядьте. Подготовьтесь к переворотам. Ноги на себя. Опускаемся на пол, колени поднимаем к груди. Глубокое дыхание. Длинный выдох и снова. Мост или позиция колеса. Ступни на полу. Руки по бокам от тела, давление на плечи. Позицию колеса можно занять, пройдя через позицию мост. Для этого выпрямите руки позади себя, положите ладони около ушей, пальцы должны быть направлены в сторону пяток. Поднимите голову, опираясь на пятки. Поднимайтесь вверх. Ваша шея должна быть расслабленной. Выдох, расслабление. Расслабимся. Опускаем позвоночник вниз. Выдох. Подбираем колени к груди. Обхватываем руками ноги под коленями и, перекатываясь, принимаем позицию эмбриона. Расслабление. Дыхание по технике Уджайи. Опускайтесь на пол. Дыхание должно быть размеренным и плавным. Чувствуйте дыхание в своей талии. Руки около плеч. Медленно поднимайтесь, отступайте назад, нажимайте на пятки, расставляйте пальцы. Сильно нажимайте на пальцы, руки прямые, займите позицию Down Dog. Почувствуйте растяжение от головы до пола. Почувствуйте его в тазовых костях. Приготовьтесь изменить позицию. Вдох. Обе ноги вперед, в позицию арки. Выдох. А теперь в позицию замок в сгибе. Вы можете сцепить руки в замок за ногами или перед ними. Расслабьте вашу шею. Используйте эту позу для того, чтобы снять напряжение, скопившееся после наклонов назад, в позицию мост и колесо. Ваши ноги должны быть активны. Ваше дыхание должно быть ровным и спокойным. Отпускайте руки. Занимайте позицию, стоя на руках. Для этого расставьте ноги на ширину плеч и подсуньте ваши ладони под ступни. Опустите голову вниз, плечи отведите назад. Выдох. Расслабление. Выдох. Расслабление. Принимаем позицию сгиба.
Плечи все еще находятся позади. Почувствуйте растяжение. Продолжайте ровно дышать. Вдох, растяните руки, смотрите вверх вслед за ними. Выдох, согнитесь в бедрах. Позиция сгиба, вдох, позиция арки, выдох, позиция сгиба, шаг назад, чатуранга. Вдох, позиция верхней собаки. Выдох. Позиция down dog. Смотрим между рук и прыгаем или шагаем в позицию сидя. Готовимся к позам сидя. Сгибы вперед. Джануширсасана. Положите левую ногу так, чтобы она поддерживала растяжение в правой ноге. Распределите баланс по тазовой кости. Вдох, поднимите руки, поднимите грудь, руки вперед. Выдох, согнитесь вперед. Возьмите руки в замок, там, где вам это удобно. Опустите ногу на голень в том месте, где вам это удобно. Держите ногу растянутой. Плечи расслаблены и отведены назад. Наклоны вперед укрепляют тело, снимают давление со спины, а также вносят симметрию и выравнивание в системе скелета. Грудная клетка растянута и направлена вперед. Вдох. Растяжение вперед и вверх. Выдох, руки вверх. Растягиваем согнутую ногу вперед. Сгибаем правую ногу, выпрямив левую. Распределите вес по тазовой кости. Поднимите туловище и на выдохе наклонитесь вперед. Ложитесь грудной клеткой на колено. Почувствуйте растяжение. Продолжайте дышать по технике Уджайи. Эти позы помогают вашему телу чувствовать себя комфортнее. Вы можете почувствовать силу в ногах и бедрах, но не в нижней части спины. Вдох. Выпрямляемся вверх. Поднимаем грудь. Длинный выдох вместе с подъемом рук. Пашиматтанасана, сгиб вперед, сидя. Распределите вес на тазобедренной кости. Поднимите руки вверх вместе с грудью. Наклонитесь вперед и замкните руки в замок за пятками. Попробуйте найти правильный угол ваших пяток. Помните, никакого дискомфорта. Руки сцепите в замок там, где вам это удобно. Держите угол между ногами и спиной постоянным. Держите ритм дыхания. Наклоны вперед носят название «Великая Азия». Они снимают стресс со всего тела, стимулируют выравнивание скелета, успокаивают энергию тела и расслабляют нервную систему. Почувствуйте растяжение во всем теле. Расслабьте осанку. Вместе с глубоким дыханием поднимите руки вверх, выдох, закройте позу. Совместите пятки ног вместе в положении Баддха Конасана, позиции широкого угла. Обхватите пальцами рук большие пальцы ног. Найдите удобное для вас положение туловища. Отведите плечи назад, поднимите грудь. Расположите вес тела в районе локтей. Руками поднимайте ступни. Выдох. Разведите локти в стороны. Осторожно лягте на ноги, сначала с прямой спиной, в конце движения округляя ее. Дышите по технике Уджайи. Ваши плечи должны быть расслаблены.
Вдох. Поднимите туловище, примите вертикальное положение сидя. Распрямите ноги перед собой, затем разведите их в стороны и приготовьтесь к позиции уповиста конасана. Найдите удобное положение. Пятки должны быть перпендикулярны полу. Разведите плечи. Для поддержки поставьте руки за туловищем. Если вам нравится положить руки впереди себя, вы можете сделать это аккуратно, переместив вес тела и руки вперед. Сначала кисти, локти, грудную клетку, голову и подбородок. Используйте эту позицию для открытия суставов бедер и растяжки мышц внутренней паховой области. Ваши ноги должны быть напряжены и активно поддерживать положение туловища в зависимости от позы, в которой вам удобно. Ступни также активны в данной позиции. На вдохе поднимайтесь вверх, используя руки. Сядьте на заднюю часть ягодиц и сведите ноги вместе. Займите позицию сидя для подготовки к выполнению позы качания младенца. Открываем бедра, сгибаем правую ногу в колени и берем ее в руку. Прикладываем ступню к внутренней поверхности локтя. Опирайтесь на тазовую кость, нажимайте на ногу так, как вам удобно, и поднимайте грудь. Опустите плечи. Также вы можете попробовать позу стрельба из лука. Еще одна позиция называется «нога за головой». Ваш вес сконцентрирован на тазовой кости. Поднимите грудную клетку, ваши челюсти остаются расслабленными. Переносится расслабленно. Теперь можно опустить ногу и расслабиться на выдохе. Примите исходную позицию сидя. Сидите прямо, возьмите левую ногу. Также можно выполнить позицию стреляющей из лука. Ваша шея расслаблена, а вместе с ней и все мышцы лица. Позиция «нога за головой». Глубокое дыхание. Ваша нога остается активной и гибкой. Выдох. Опускаем ногу. Поворот спины сидя. Правую ногу положите около внешней стороны левого колена. Левую ногу разместите около правого бедра. Или просто сядьте на ногу. Во время вдоха отводите левую руку в сторону. Выдох, положите ее на колено. Дышите. Расслабляйтесь. Поменяйте позу. Положите правую руку вверх, затем заводим ее за плечо и удобно устанавливаем позади туловища, опираясь только на кончики пальцев. Подбородок должен быть на уровне правого плеча. Вдох, поднимаем руку. Выдох, поворачиваемся. Используйте эту позу для того, чтобы снять напряжение со спины. Также это упражнение растягивает спину. Распределяйте вес на тазобедренном суставе так, чтобы это не вызывало у вас неудобств. Вдох и выдох.
Переместите вес тела вперед на руки и колени. Приготовьтесь к позиции дельфина или стойки на голове. Расположите локти на ширине плеч. Сцепите пальцы в замок и положите их на пол. Поднимите ваши бедра, опираясь только на руки. Опустите голову, чтобы дотронуться до пола. Распределяйте ваш вес между пятками и руками одинаково, стойка на голове. Подберите колени ближе к грудной клетке, а затем медленно выпрямите их. Ваши плечи должны быть подняты, и вес тела распределяется на предплечье. Упражнение улучшает кровообращение, баланс, систему желез, снимает напряжение и возвращает энергию. Энергия переходит от ног в тело. Выдох, выходим из позиции дельфина. Продолжаем дышать. Снова выполняем позицию дельфина или стойку на голове. Положите макушку на пол между ваших рук. Подожмите колени к груди. Балансируя ступнями на уровне ягодиц, сохраняйте вертикальное положение туловища. Упражнение тонизирует все тело и мозг. Стойка на голове считается королевской асаной. Она улучшает концентрацию, память во время того, как весь организм получает тонус, и стимуляцию кровообращения. Для полного эффекта продолжайте дышать глубоко, используя технику уджайи. Ваше дыхание уджайи должно быть ритмичным. Ваши руки остаются активными. База рук должна повторять геометрическую фигуру треугольника. Перемещайте вес тела для того, чтобы сохранять баланс. Каждая нога остается независимой. Ваши ноги подпирают небо. Ритм дыхания должен быть ритмичным и плавным. Руки налиты силой, плечи открыты, ноги полны энергии. Выдох, медленное расслабление. Опускаем колени на пол. Возвращаемся в позицию эмбриона. Руки под плечами, шея расслаблена. Медленно перекатываемся на голове, массажируя заднюю поверхность шеи, снимая напряжение. Вдох и выдох. Массажируем макушку головы. Вдох, медленно садимся. Перемещаем бедра на сторону, подготавливаемся к позиции плуга или стойки на плечах. Положите под плечи одеяло, опустите тело и позвоночник вниз. Положите ваши плечи на край одеяла. Шея и голова должны быть вне одеяла. Руки вдоль туловища, медленно подберите колени к груди и поднимите бедра. Поднимите ноги над головой и займите позицию плуга. Ваши руки поддерживают спину. Найдите удобную вам позицию, распрямите руки и растягивайте их. Поднимитесь на плечах. Теперь вы опираетесь на одеяло только кончиками плеч. Оставайтесь в этом положении.
Ваша тазовая кость должна оставаться активной. Стойка на плечах. Поднимите ноги вверх медленно. Выпрямите ноги. Опирайтесь на платформу, которая создана плечами и локтями. Поднимите тазовую кость. Продолжайте поддерживать руками спину. Не забывайте, каждая нога независима друг от друга. Ваши ноги подпирают небо. Королева асан – стойка на плечах. Также называется положение для снятия напряжения. Эта поза перезаряжает биоэнергетическую систему, восстанавливает метаболизм и функцию щитовидной железы. Во время этого упражнения шея получает дополнительное кровоснабжение. Это упражнение дополняет стойку на голове. Для улучшения эффекта можно задерживать дыхание. Дыхание уджайи должно оставаться сильным и равномерным. Затылок опирается на пол. Все тело остается активным. Линии энергии проходят через ноги и все тело. На выдохе опускаем ноги за голову в позицию плуга. Пальцы ног на полу, бедра подняты. Выдох. Медленно возвращайтесь в позицию лежа, опуская позвоночник и все тело на одеяло. Расслабьте заднюю поверхность. Выдох. Опуская ноги на пол, растягивая их вплоть до кончиков пальцев. Опуская медленно и осторожно. Убираем одеяло и садимся в позицию рыбы. Ноги выпрямлены, руки лежат вдоль туловища, руки согнуты в локтях. Опираемся на локти, поднимаем грудь вверх, также используя как точку опоры макушку головы. Руки в позиции молящегося над сердцем. Глубокий вдох и выдох. Также вы можете скрестить ноги в позиции лотоса. Попробуйте использовать лотос для позиции рыбы. Если вы уже сложили ноги в положении лотоса, возьмитесь руками за ступни, обопритесь на локти и поднимите грудь. Летающая рыба. Достаточно требовательная позиция. Согните ноги в коленях, а затем поднимите их вверх. Позиция называется навасана. Выдыхайте медленно, расслабьтесь. Осторожно сядьте. Пять медленных дыханий уджайи. Закончим упражнение фокусировкой. Сядьте прямо, подбородок немного вниз. Постарайтесь поймать баланс между вдохом и выдохом. Вдох, поднимаете грудь. Выдох, ваша спина остается растянутой. Ваше дыхание должно быть глубоким и полным. Выдох, медленное расслабление. Займите позицию савасана, последняя релаксация. Лягте на спину. Положите ноги на пол шире плеч. После того, как вы закончите ваше последнее дыхание, плавно распределите вес тела. Ваше тело должно занять комфортную позицию. Ноги шире плеч. Руку на некотором расстоянии от ягодиц и бедер.
Подбородок направлен вверх. Постарайтесь сконцентрировать внимание на ваших ногах. Расслабьте их. Расслабьте голеностоп. Расслабьте икроножные мышцы. Расслабьте колено и чашечки и заднюю поверхность колена. Расслабьте бедра, ягодицы и область таза. Расслабьте пресс и низ спины. Расслабьте грудную клетку и центр спины. Расслабьте грудь и верх спины. Расслабьте плечи, руки, ладони. Расслабьте горло и заднюю сторону шеи. Расслабьте челюсти, щеки, рот. Расслабьте глаза и переносицу. Расслабьте лоб и виски. Расслабьте кожу на голове и череп. Расслабьте макушку головы. Thank you.
Несколько минут для расслабления. Осторожно сосредоточьтесь на дыхании. Можете двигать пальцами рук и ног. Начинайте подтягиваться. Перекатывайтесь на правую сторону. И сделайте несколько вдохов и выдохов. Используйте свое дыхание для того, чтобы выбрать удобную позу сидя. Садитесь прямо с закрытыми глазами. Начните медленное и глубокое дыхание Уджайи. Попробуйте найти баланс между вдохом и выдохом. Возвратите руки в позицию молитвы, но груди около сердца. Намасте. Занятия разработаны как инструкции. Посмотрите видео хотя бы раз, прежде чем начинать занятия. Занимайтесь на пустой желудок. Дышите ровно и глубоко во время упражнений, ни в коем случае не задерживайте дыхание. Во время занятий надевайте обтягивающую или свободную комфортную одежду. Не рекомендуется надевать носки или обувь. Пожалуйста, не делайте упражнения через силу, помните о своих возможностях. Во время наклонов и разгибаний из положения стоя ваши колени должны быть слегка согнуты. Если у вас возникают какие-то проблемы с выполнением позиций или упражнений, представленных на